По данным мониторинга эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ, за прошедшую неделю в Туве зарегистрировано более 1900 случаев обращения в медучреждение. Зарегистрировано 38 лабораторно подтвержденных случаев заболевания вирусным гриппом подвидов H1N1, H3N2 и А. Преимущественно среди населения в возрасте старше 15 лет. Незначительное превышение эпидпорогов отмечено также в Кызыле, Кызыльском, Пехемском и Чедихольском районах. На остальных территориях заболеваемость остается ниже пороговых значений. Однако департаментом образования Кызыла в 6 детских садах столицы частично объявлен карантин.